Дорогие друзья, мне действительно очень приятно, что сегодня в этом прекрасном зале мы собрались так по-семейному, да, отметить Новый год. Так как мы корейцы, но мы плохо говорим на своем родном языке, но я попытаюсь поздравить, я готовилась очень, чтобы поздравить вас на корейском языке. Не судите строго, если акцент, да? Особенно здесь представители есть из Южной Кореи, поэтому я очень волнуюсь. 진정한 여러분들이 안녕하십니까? 새해를 축하하며 몸이 건강하시고 복 많이 받으십시오. Вы поняли, о чем я сказала? Я сказала самое главное, чтобы вы были здоровы. И так как мы живем в Казахстане, нам надо знать еще наш родной государственный казахский язык. Я тоже готовилась. Казахи есть в зале? Салтанат стоит, уже наблюдает за мной. Я очень волнуюсь. Курметте тоста. Жана жудармызбен. Правильно сказала? Сыздерге. Сыздерге. Сейчас я скажу. Зордин саулык. Здоровье. Бахыт тлеймын. Елемыз аман. Журтымыз тыныш болсын. Ура! Я вас всех благодарю. Но я хочу сказать, что самые главные люди нашей ассоциации – это наши ветераны. Это такие люди, как Полина Михайловна, Михаил Данилович, Афанасий Григорьевич, да? Мария Васильевна. Их так много, и я так их люблю, и так я им благодарна за то, что они поддерживают меня, за то, что все эти годы они приходят и в снег, и в дождь, и в любую погоду. Михаилу Даниловичу уже далеко за 90, но он не пропускает ни одно наше мероприятие. И дай Бог, Михаил Данилович, крепкого-крепкого вам здоровья. Знаете, у казахов есть такой обычай, да, когда старейшины дают асату. Есть такой асату? И если получают асату молодые от старейшины, кому под 90 и за 90, и дают благословение. Смотрите, как схожи наши обычаи и традиции, как они пересекаются. У корейцев тоже, уважение к старшему поколению, да? И я хочу вот этот корейско-казахский сейчас показать обряд асату, да? Но я хочу пригласить сюда наших дорогих старейшин. Мария Васильевна, Михаил Данилович, Афанасий Петрович, Юрий Николаевич, давайте все старейшины. Полина Михайловна, Елизавета, Антонина, Юрий Федорович, давайте. Ты не молодой, пожалуйста. Мне больше, как старейшина. Пожалуйста.
потому что есть у них дети, внуки. У них все замечательно, все хорошо. Поэтому сейчас мы сделаем так. Ну вот, самый старший у нас Михаил Данилович, правильно? По старшинству. Михаил Данилович, центр. Вот так. Марья Васильевна, вот эту его руку держите, локоть держите. Нет, не, вот этой рукой держите локоть. Вы будете помогать ему резать стороны. А вы ее локоть держите. А вы ее локоть держите. А я его локоть. Да, сейчас будете нож принесут. Нож, пожалуйста, тарелки сюда. Тарелки и нож. Нету? Ну, музыку давайте тогда громче потанцуем хоть! Здорово! Михаил Данилович, держите нож. Вы его руки, а вы его руки. Давайте, режьте! Он сам способен! Да, по очереди все встали. Да, проходим. Издали.